Артем, зачем ты пульт ломаешь? Да я тут... Всем привет, дорогие друзья, с вами Аришнев. Мир не видал такого контента, такой харизмы. Со мной сегодня я и... Софик, 1, 2, 3, 4. Да у меня тут проблема просто. Я столько много раз объяснял подписчикам, как подписаться на канал с этого телевизора, а сам забыл. Как ты мог забыть? Дай сюда пульт. Ребята, если вы не знали, Артем вам объяснял миллион раз. Вот наш ролик. Мы нажимаем наверх, вправо, кнопочка каналы, и тут канал Аришнев. Видите, написано Аришнев 4, 45 миллионов подписчиков. Подписаться. Вы подписаны. Все, мы задание, ребята, выполнили. Вот так вот нужно подписываться на канал. А, вот оно что-то. Поту я совсем забыл. Давай посмотрим, что у нас там на главной. Ой, это что интересного нет. А, во-во, обзор на какой-то красный ягуар. Да не надо ягуаров нам, эти волки. Подожди, стоп, Артем, там интересный вон репортаж какой-то. Ты что нам эти репортажи? Не, включи там про Тома. Да, Сафик, да новости, только старперы глядят. Да посмотри. Ладно, я включу, но только потому, что ты мне помог. Ребят, это жесть какая-то. Мы обязаны туда съездить и провести свой собственный репортаж. Да. Капец, это же можно на дрон подснять, как говорящий Том дерется с говорящей Анжелой. Срочно бежим туда. Да, ты, я, короче, собираемся. Смотри, Сафик, вот это заброшка. Даже дождик идет, холодно капец. Да, ребята, ради вас мы сюда приехали. Здесь все огорожено и стоит полицейский. И это же место из того самого репортажа. Смотрите, какое там длинное ограждение. А как нам полицейского-то обойти? Блин, тут единственный проход, ребята, и он прям через полицейского. Они все продумали, чтобы никто лишний сюда не прошел. Но мы по-любому как-то должны пройти. Прям внимательно смотрит Сафик, прям все патрулирует. Каждый сантиметр контролирует. Слушай, ну я полицейских боюсь. Ты че? Я сейчас договорюсь. Ёшкин кот, сейчас я к нему подойду и решу вопрос. Здравствуйте, у меня тут одно расследование. Я журналист Артем Аришнев, и мне нужно пройти на данный объект. Как видите, территория здесь оцеплена, и был приказ, что сюда никому нельзя. Уходите отсюда. Какое оцеплено? У меня вот даже удостоверение есть. Я журналист, я репортаж приехал сюда снимать. Не имеете никакого права, дайте пройтись. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Никакой больно! Прессы, никакой, уходите отсюда. Я один полицейский, больно. Иди отсюда, совсем обнаглели. Ничего, сейчас я ему, это ты поглядишь, а? Прям руку по... Сдолбала эта пресса, я не для того тут 5 лет учился, чтобы стоять тут под дождем, охранять вообще непонятно что. Я в интернет все выложу! Иди отсюда! Ну чё? Да не получилось, он вообще какой-то наглый и невменяемый. Надо как-то по-другому проходить. По-другому? Да если у меня не получилось, никого не получится, все, ролик провален. Подожди, Артем, сейчас, да я попробую старый добрый способ, как отвлечь человека. Только со мной пойдем, хорошо? Ладно, иди первый, а то вдруг он меня запомнил. Так. Проходим. Так, Артем, постой пока тут. Здравствуйте! А вы случайно не видели? Тут огромная толпа людей проходила, потому что там пончиковая. 90% скидка прямо сейчас. Вы не хотели бы туда сходить? Я вот туда направляюсь. Там капец вообще. Так дешево и так вкусно, что мама дорогая. Спасибо большое. Скажу-ка проверю, что там... Есть, ребята, план сработал. Купец ты его как, а? На смекалочке, давай. Вокруг пальца обвел, а? Артем, пробегай.
Вот те пончики. Забыл спросить, а там куда? Назад все! Ох уж, молодежь пошла. А надо было физрой заниматься. Хрен с ним, пойду пончиков поем. Быстрее, быстрее, Артем! Еле удрали от этого полицая. Ладно, ребята, мы на этом месте. Сейчас найдем укромное местечко и дрон запустим. Ты туда, а я туда. Ладно. Все, мы запустили дрон. И посмотрите, какая-то заброшка огромная. Да, смотри аккуратно. Здесь на любом пути может находиться Том. Сафик, смотри, это та самая крыша из репортажа, где дрался говорящий Том против говорящей Анжелы. Вот здесь вот они файтились, сражались. Сейчас постараюсь посмотреть, что тут еще интересного есть. Ну-ка, облети. Давай осмотрим здание, именно на крыше которого они дрались. Потому давай, что да. Вдруг именно... Улики могут там быть. Здесь какие-то подсказки, либо пасхалки, что-нибудь 100% найдется. 100%. Да. Видишь что-нибудь? Слушай, я вот прям смотрю во все свои 4 глаза и не вижу. В окна я залетать боюсь. Вдруг я залечу, а то его хвать, реально, дрон. У нас уже столько дронов потеряно. Да-да-да. Ну ты их сохрани. Говорящая Анжела вдруг заговорит наш дрон. Взлетим повыше и посмотрим, что есть вообще в принципе на других крышах. Слушай, странно, кстати. Вот этот один полицейский всего лишь только там был. А здесь полицейских что-то не видно даже с дрона. Да он вообще какой-то лентяй. Ладно, лечу смотреть другую крышу. Сафик, смотри. Видишь, там на углу вот этой крыши. Она вот там. Там стоит говорящий Том. Прям живой. Как думаешь, чем он занимается? Я не знаю, может он ищет жертв? Может поэтому полицейских здесь нет? Да он, наверное, просто вылизывается. Главное, стоит к нам спиной. Сейчас я его облечу. Давай. С другой стороны и посмотрю на его мордашку. Вот, смотри, с другой стороны. Прям стоит и ничего не делает. Куда-то смотрит. Возможно, ждет, что Анжела пойдет к этому зданию, и он ей нападаст. Давай, пойдем и снимем его поближе. Уже не на дрон, а на камеру. Смотри, у меня здесь 1, 2, 3, 4 камеры. 5 там снизу еще. Да, на какую-нибудь снимем. Только аккуратно, блин. Он может нас в любой момент застать. Пока он не убежал, мы должны его подснять. Все, дрон на автоматическом управлении. Эта лестница должна вести на крышу. Главное, только аккуратненько. Смотри, Сафик, это чья-то шерстка. Наверняка шерстка Тома. Он же как раз по этой лестнице шел по крыше, понял? Реально, ребята. Смотри, вот еще... Вот еще целые клоки шерсти. Он, видимо, линяет. Так мы вообще с легкостью найдем, как попасть на крышу. Пойдем вот по этим вот следам. Пойдем. Вот он, говорящий Том. Давай аккуратно, за то укрытие. Ты что думаешь, туда идти? Господи. Вон тот говорящий Том. Ошалеть, я прямо сейчас на него смотрю. Надеюсь, с дрона тоже хорошо видно. Слушай, мы тут спрятались за таким пеньком маленьким, блин. Он нас по-любому увидит. Да все хорошо, Сафик, все под контролем. Сейчас мы его отвлечем. Не-не-не-не-не. Ё-моё. Смотри, обернулся и идет к выходу. Господи, прячемся нафиг. Опа, нас не спалил. Аккуратненько. Все, Сафик ушел. Не очень страшно, Артем. Фу. Пока Том там ходит, бродит, нужно с дрона посмотреть, свободен ли подход к заброшке, чтобы безопасно спуститься. Да-да-да, глянь, чтобы его там не было. Сейчас все посмотрю. Ну-ка. Где-то где... Господи, боже мой. Смотри, Сафик, там Том на стенке, Том. Да это-то я вижу, так это же граффити. Это какое такое граффити? Обычное. Это он не настоящий. Ходят тут всякие, рисуют всякую фигню, а нам потом боятся. Не кричи громко, он нас может услышать. Посмотрите, кто...
Кто мог нарисовать этот рисунок? Наверное, Том так метит территорию, ребята. Артём, а тебе не кажется, что здесь какие-то странные посторонние звуки? Какие-то хлопки каждый раз, пока мы тут находимся на этой заброшке. Но здесь же периметр огорожен. Наверное, они пытаются сдержать Тому и Анджелу в этом периметре. Все, побежали. Ну, побежали. Всю заброшку уже обходили. Нигде этого говорящего Тома нету. Даже ни одного следа Анжелы. Мне еще до сих пор страшно здесь ходить. Он может быть все равно на любом углу. Ну давай аккуратно. Ну мы уже тут каждый камешек обсмотрели. И вообще абсолютно ничего нет. Артём, ты что-то корёшь, это же всего лишь когти. Сахин, да ты представь, какая лапа у этого говорящего Тома. Если он оставил такой след, вот смотрите, ребята, вот моя рука, а вот след его ногтей. Просто шалеть можно, что это такое. Если мы его встретим, нам лучше ему на глаза вообще не попадаться. Что это за звук? Артём, походу кто-то идет. Надо быть тихо. Слышу топот. Я тоже. Офигеть, это только что здесь Том прошел. Тихо, пожалуйста, Артём, не надо, он нас услышит. Нет, ты куда? Ё-моё! Офигеть! Мы нашли логово говорящего Тома! Он прямо сейчас чем-то себя в комнате занимает! Тихо, Артём! Главное, чтобы он нас не спалил! Как-то из комнаты, чтобы поднять его вещи для подписчиков. Кажется, у меня есть план. Пойдем за мной. Смотрю во все свои. Да как ты собрался его отвлечь? Он прям явно очень жестко засел в своем логове. Это, видимо, маска SCP-бойца. Я же говорил, ребята, здесь была настоящая битва. Ладно, какой план? Смотри, Артём, у меня есть приложение «Говорящая Анжела». Если я ей скажу кое-что, она может позвать Тома. Он услышит ее голос и прибежит сюда. То есть ты хочешь обмануть Тома? Типа, это Анжела его зовет, он сюда прибежит, а тут никого нет. А в это время мы сможем сделать обзор на его логово. Я кладу сюда свой телефон и запускаю говорящую Анжелу. Том, я на втором этаже. Приди, помоги, мне нужна помощь. Том, быстрее иди сюда. Сработало. Теперь вся его комната в нашем распоряжении. Только ненадолго, Артём, нужно быстро провести обзор. Посмотри, какой зеленый телевизор. Прямо как в игре «Говорящий Том». А, ребята! Здесь кровь! Прям у него в комнате. Возможно, он ранен. А возможно, что просто он что-то кушал. А это его кресло, на котором он сидит и кайфует. Чё, да это его шерсть, я же говорю, он линяет. В игре он прям на этом же кресле и сидел, по-моему. Кубики? Цветные. По-моему, они тоже были в игре. Здесь я, если честно, затрудняюсь сказать. Ребята, напишите в комментариях, были ли в игре «Говорящий Том» вот эти вот разноцветные кубики. А то я не помню. Смотри, Артём, он еще откуда-то взял доску, как в школе, на которой мелом нарисовать. Я, конечно, не буду ничего рисовать, потому что можно спалиться-то. Но он здесь изучал кости, рыбку и что-то он хотел кушать. Это, видимо, он. Он рисовал когти. О, смотрите, ребята, это он. Он король в короне. Том, я здесь, пожалуйста, помоги.
Смотри, тут еще и когтеточка есть. Хоть он, наверное, не помещается сюда, но зато его коготочком есть точно чем заняться. Смотри, он вот так вот садится, наверное. Артем, я застрял! Ёкарный бабай, как я сюда залез? Это же подарок Тома из игры. Ну как? Интересно, что там такое? Граффити! Это какое такое? Кажется, догадался, что мы его обманули. Нужно сваливать. Нужно срочно прятаться. Ребята! Это было стрёмно. Интересно, куда он так быстро намылился? Слушай, давай по дрону проверим. Сейчас посмотрю. Смотри, Анжела бежит. Реально. Слушай, давай за ней проследим. Давай. Она должна быть где-то там на крыше. Давай, подключайся к дрону. Смотри, Анжела стоит на крыше. Японский бог, там целый бой с Томом. И да, и Том тут. Они, кажется, сейчас будут драться, и у них будет жесткая драчка. О, господи. Нифига. Слушай, ты же прям здесь за углом. Нифига, но у них там битва просто не на шутку идет. Смотрите, Анжела атакует говорящего Тома. Ну сейчас Том, наверное, что-то ей противопоставит. Да. Анжелу, кажется, Том поцарапал, смотри. Она сваливает. Том стоит, а Анжела бежит в другую сторону. И Том за ней тоже побежал. О, господи. Что делать? Слушай, может, проследим? Вдруг по следам по горячим получится узнать, где она вообще находится. Побежали. Это же белая шерсть, как у Анжелы. Да. Видимо, ее логово в той стороне. Вон оно, по-моему, нет? Нужно скорее записать на него обзор, пока они с Томом не пришли. Артем, иди сюда! Вот оно, логово Анжелы. Посмотрите, здесь куча всего розового. Прямо как в игре, даже есть такой вот подсвечник. Смотрите, ребята, я нашел ее шерсть. Вот она в лежанке. И когтеточка такая же, как у Тома. Абсолютно все знают по игре, что Анжела просто обожает розовый цвет. У нее и розовый коврик, розовая лежанка. Фиолетовая лампа, ну почти из розовой с оттенком. И такое вот розовое полотенчико. А здесь, ребята, находится дартс, куда Анжела кидает дротики в Тома. Видимо, они не друзья, раз так делают постоянно. Так, Артем, нужно куда-то спрятаться. Блин, она походу идет. Нам хана. Прячемся. Бежит. А тут никого нет. А в это время мы сможем сделать обзор на его логово. Анжела зашла к себе в логово. Обалдеть, это реально она. О, боже мой, почему такой бардак? Когда я выходила, все было в порядке. Кажется, она догадалась, что мы были здесь. Я так устала. После этой битвы с Томом мне нужно отдохнуть. Смотрите, на лежанку легла. Она прям белая-белая, как снег. Проклятый говорящий Том, я с тобой еще разберусь. Дротики в Тома кидает. Видимо, они совсем не друзья. Возможно, что она хочет еще раз с ним подраться. Том пришел! Артем, может, свалим нафиг отсюда? Сваливаем быстрее!
Удрали. Вроде бы да, оторвались. Давай по дрону проверим. Точняк. Правильно, давай глянем. Где они находятся и сможем ли мы вообще выйти с этой заброшки? А то в этом помещении так темно. Мне кажется, мы в какой-то подвал спустились. Давай, включай. Дрон еще активен. Сейчас проверю выход. Нет, Софик, смотри, у этого выхода стоит говорящий Том, он прям все перегородил своим телом, что нам делать? Я не знаю, Артем. Но там другой выход был, другой. А там стоит Анжела. Она нам все перегородила, и Том тоже с другой стороны, что делать-то будем, блин? Они, видимо, теперь заодно, Софик. Это очень плохо, это очень плохо. У меня есть одна идея. Говорящий Том и говорящая Анжела, это же в первую очередь Ко. Котики. А у меня есть для них вот такая вот игрушка. Сейчас я их лазерной указочкой отвлеку, и они отбегут и освободят нам вход. Ну-ка. Ты гений, Артём! Во-во-во-во! Бегут, бегут! Отбежали в сторону! Это наш шанс! Надо бежать! Бежим! Артём, сваливай быстрее! Фу! Еле-еле убежали! Ай-яй-яй-яй! Стоять! Дядя! Думали, я вас не поймаю! Дядя полицейский! Добегались тут, насмотрятся всякой! Пожалуйста, там Анджела и Том бегут! Пожалуйста, не трогайте, отпустите нас! Насмотрите всякой фигни в интернет, а потом ходите тут, портите работу мне! Да давайте, пожалуйста, нам надо сваливать быстрее! Нет! Они идут! Нет! Они идут! Слышали это? Ребят, бегите! Спасибо большое! Точно уверены? Ребята, он сейчас жизнь свою оставит там, блин! Пока полицейский разбирается с говорящим Томом и с говорящей Анжелой, нам нужно бежать! А вы пока что можете посмотреть вот этот вот видосик! Это невероятное видео, которое тебе понравится! Артём? Ребята, цените время, тыкайте на пулю! Артём, сваливаем, он идёт!